Hela. Hey. Мистей, хочешь свежие овощи? Свежее на кефалинии не сыскать. На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем. Поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с кефалинии. Пора двигаться дальше. Понимаю вас. Стой. Как думаешь, он поможет нам? Справиться. Об этом лучше спросить меня. Ты боишься акул, Мистей? Я никого не боюсь. Как скажешь. Одна голодная акула мешает нам уплыть с кефалинии. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать, мы сможем уплыть с кефалинии. Это ожерелье закопал один старый вор на берегу, у храма. Глупец не подумал. Приливы. Теперь ожерелье принадлежит акуле. Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше. Желание покинуть кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет. Оно в сундуке. Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть. Остальное твое. Ладно, убью акулу. Изруби ее. Она на глубине, у развалин крани, на юге. У сокровищ обычно есть история. Говорят, ожерелье принадлежало Прокриде. Ну, знаешь, жене Кефала. Оно было его свадебным подарком, символом верности. И мы знаем, чем все закончилось. Как всегда. Кефал хотя бы был с ней, когда она умирала. Где находятся руины? Знаешь затонувший остров Зевса? Где он, там и руины. Что ж, акулий храм ждет. После этого я не притронусь к овощам. Давай. Элла. Thank you.
Попробую найти укрытие. Кто-то со мной шутки шутит? Проклятый огонь! Алексиус, ты хочешь поговорить о копье? Да. Славно.
Скажи, копье у тебя? Я обыскал пещеры. Копья там нет. Я хотела восстановить святилище, но такова воля Кефала. Давай. Вот и ты! И как раз вовремя! Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой! Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно! Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять, так что мы команда. Ха, ну, конечно. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил! Действуй скрытно! Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз! Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видел. То-то же! А это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками! Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Я не знаю, где живет циклоп. Ступай в западную часть острова. Его логово там. Ладно, но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется.
Флораган. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Вперед! Эйла! А, глаз. Я тебя вижу. Давай, вперед! Эйла! Здесь бдительные стражники. Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Малака. Глаз так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Вернись и бейся!
Этот свист раздражает. Кто-то звал лошадь наверх. Давай. Thank you.
Темнота мне на руку. Боги, надо что-то делать. Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Учитывая, сколько их сбежалось, представляю. Я ведь просил не шуметь, но ты им задал. А все, проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти! Вспомни, как было весело! Циклоп найдет и убьет нас, Маркос. Только и всего. Не вижу ничего веселого. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда, мне нечего терять. Брось, тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все и... Мы богаты! Восточный берег. Можно поконкретнее? Думаю, они в заброшенном доме. У рощи к югу от Сами. Откуда родом эти чужаки, если не с Кефалинии? Я знаю одно. Кефалиния станет им последним приютом. Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри.
На! На Филуке далеко не заплывешь. Ожерелье внизу.
путь! На! Это оно! Ожерелье! Оно нравилось акуле. Пришлось попотеть. Мы можем уехать. И никаких овощей. Новая жизнь. Подальше отсюда. Как знакомо. Удачи! Мы перед тобой в долгу.